Реконструкцию 200-метрового участка канализации проводят в Новосибирске на улице Нарымской. Этот коллектор обеспечивает отвод канализационных вод Зельцовского и Железнодорожного районов. Объект важный. Подробности в сюжете Дмитрия Антипова. Сегодня ремонтируют напорные трубопроводы и самотечный коллектор. Для доступа к трубам пришлось выкопать ямы глубиной в несколько метров. Далее в старые бетонные трубы поместят новые полиэтиленовые. Мы сегодня находимся на финальной практически стадии работ. Буквально сегодня-завтра закончится санация трубопровода, протаскивание этих полиэтиленовых отрезков. И после этого приступим к приему бетонной смеси. Несмотря на то, что внутренний диаметр труб уменьшится, пропускная способность останется прежней. Это благодаря тому, что внутренняя поверхность полиэтиленовых труб абсолютно гладкая и не мешает току сточных вод. Этот коллектор собирает здесь с трех микрорайонов стоки, и поэтому от его работы критично важна работа всей системы. Коммунальщикам пришлось работать в стесненных условиях и при этом не затормозить движение на загруженной улице. Ремонт трубопровода позволит системе канализации стабильно справляться с нагрузками от близлежащих жилмассивов. Закончить все работы планируют к середине марта. Сейчас уже реконструировали почти 200 метров коллекторов и 4 канализационных колодца. Дмитрий Антипов, Александр Ведерников. Новости ОТС.